В этом году средства, собранные в рамках благотворительного марафона, пошли на приобретение аппаратуры для занятий музыкой. Саровчанин Виктор Новиков теперь сможет пользоваться профессиональными колонками, наушниками и микрофоном и развиваться в исполнительском искусстве. Совсем недавно талантливый молодой человек занял 2-е место в отборочном этапе международного конкурса «Культура, искусство, творчество» в номинации «Я могу». Надеемся, что он будет дальше продолжать в том же духе, и до 1-го места нам осталось совсем чуть-чуть. Конечно же, сегодня мы благодарим всех горожан, которые помогли нам в приобретении вот этого оборудования. Благотворительный марафон «Город единства непохожих» стартовал в нашем городе 12 лет назад. За это время с помощью неравнодушных саровчан приобретено специализированное спортивное оборудование, лестничный подъемник для инвалидных колясок, оборудована комната для психологической разгрузки. В новом этапе благотворительного марафона еще один молодой человек с ограниченными возможностями здоровья получит шанс исполнить свою мечту. Пока благополучателя мы еще определяем. Но все равно это будут одаренные какие-то молодые люди, да, с ограниченными возможностями здоровья. И я надеюсь, что наш марафон поможет им социализироваться, лучше адаптироваться, где-то показать свои именно творческие способности. «Жизнь дана на добрые дела» – так называется выставка изделий ручной работы, средства с продажи которых пойдут на благотворительность. Авторское мыло, украшения, сувениры и многое другое. Потратив незначительную сумму денег, все желающие смогли внести вклад в общее благое дело. Зрители помладше приняли участие в творческих мастер-классах. Искусству нет границ. Самое главное – это все-таки изменение в сознании наших горожан, да, отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. Их мир, он пускай немножко индивидуален, да, он немножко другой, но они такие же равные, они также ощущают мир, они также хотят в нем жить, творить, петь, общаться, любить. В течение года в рамках проекта будут проходить благотворительные выставки и концерты. Центральным событием марафона станет праздник Дня города на стадионе ИКАР. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.